Bright flashing by the street lights. Keep waiting till you've arrived. Let it unfold. Let it unfold. Give me reason to feel right. I keep waiting for the morning light. Девчонки, всем привет! Я сегодня приехала в Face-студию. Студия лица. У меня сейчас будет плазмотерапия, у меня проблема с гривой. Вот, кто меня давно смотрит, знает, что я, в общем, страдаю выпадением, и это, наверное, отчасти того, что была операция гамма-нож, и часть, которая облучалась, она как бы подросла и обламывается. То есть волосы не растут, и мои длинные волосы стали корешкой, я хочу опять отрастить, в общем, целая эпопея, поэтому плазмотерапия, наверное, мне в помощь. Я не знаю, насколько сработает, не сработает, но в любом случае Наташа, она врач, она косметолог, она расскажет, почему надо и как бы нужно, наверное, делать для девчонок, у кого тонкие волосы, или они не растут, или даже видела у тебя в Инстаграме такое вот облысение как бы было, а потом смотрю, такие густые. Да, каждой девочке это индивидуальный подход. С точки зрения волос, лечения волос, мы всегда обсуждаем это все, сначала говорим, все расспрашиваю четко, как вы кушаете, это все влияет на волосы. Сами мы все это уже сделали. Даже сдавала анализы. Мы проговорили все, мы выяснили приблизительно причину этого всего, мы сдали анализы, мы подтвердили, она пьет микроэлементы, делают процедуры другие дома. И в дополнение к этому всему мы решили сделать плазмотерапию, потому что нам не хватает не толщины волос, а именно скорости роста волос. И плюс у нас было вмешательство хирургическое гамма-ножом. И я думаю, что плазмотерапия – это лучший вариант, самый безопасный в данном случае и эффективный. Потому что минералы, которые входят в мезотерапию волосистой части, волосистой части головы, уже принимает она внутрь, как биодобавки, как витамины. Поэтому у нас остается плазмотерапия, которую мы сегодня сделаем. А у меня вот вопрос, да, ну для девчонок. Я-то знаю, как это, я уже там с лицом пробовала. Что это дает? То есть мы берем кровь. Мы берем кровь вашу. Мы ее, пробирка стерильная, все стерильное, весь набор стерильный, индивидуальный. Берем кровь, ставим в центрифугу, запускаем режим центрифугирования, и у нас пробирка разделяется на две части, на красную и прозрачную белую. Вот эта прозрачная белая часть нам нужна. Но согласно исследованиям, вот эта белая часть не вся нам нужна. Я вам покажу, когда будем делать, что верхняя часть, там нет тромбоцитов, а именно они нам нужны, потому что на стенках тромбоцитов есть факторы, стимулирующие рост волос, именно на стеночках тромбоцитов. И мы забираем только часть плазмы, богатую тромбоцитами. Согласно исследованиям, эта плазма должна содержать более миллиона тромбоцитов. Такое можно сделать не со всеми пробирками и не на каждой центрифуге. То есть у нас зарегистрировано только две методики, которые такое может сделать. Это эндорет, который мы сегодня будем делать, и еще одна, с регистрацией которой я не ознакомилась. Центрифугирование крови. Она находится в таких баночках. Вот я поместила пробирку. Нам нужна одна пробирка для плазмотерапии волосистой части головы. Хватает одной пробирки. Если мы уже говорим о лице, теле или еще дополнительных зонах, количество пробирок увеличивается. Закрываем и включаем. Все. Сейчас будем крутиться.
назначение, поверхность пробирки, которая используется для забора крови, какое там содержимое пробирки, есть разные, есть гепарин, есть цитрат натрия. Гепарин нежелательно, потому что это разжижает кровь, и он для нас, для человека, обратно катаболится и является аллергеном. Цитрат натрия не является. Далее, имеет значение сама центрифуга и под каким углом центрифугируется эта пробирка. И когда мы будем собирать, имеет значение, чем мы это делаем, иглой или специальным гаджетом. Вот разработали такой гаджет, очень интересный. Он, видите, как он забирается, очень красиво, интересно, тоже он стерильный. А чем он отличается от обычной иглы? Да. Диаметр забора, он широкий, и тромбоцит, когда проходит, он не разбивается, он спокойно. Да. А когда мы непосредственно перед введением плазмы в ту зону, которую нам нужно обработать, мы вводим активатор, кальция-хлорид 10%. В этот момент тромбоциты разрушаются, и у нас в плазме только факторы роста, и все. Ух ты! Да. Не обламывается вот здесь. Да, я вижу вот здесь. Но мы будем обрабатывать полностью все, но будем делать упор именно на макушку, правильно? Да. Я кровь разделю на две пробирки. Почему? Одна плазма будет пустая, с бедным количеством, там мало тромбоцитов, она нам не нужна. А вторая будет с тем количеством, которое более миллиона. И вот именно ее мы будем использовать для инъекции волосистой части головы. Упор будем делать на зону, которая медленно растет. Верхняя фракция и нижняя фракция, она будет очень полезна. Я набираю шприц-активатор плазмы, который разрушает тромбоциты и высвобождает факторы роста. Все приготовила, и я сейчас обработаю волосы хлоргексидином и начнем. В общей сложности у нас 1,5 миллилитра плазмы. Это немного, но и немало. Есть мнение, что более 1,5 миллилитров нежелательно вводить в область волосистой части головы, потому что из-за распирания будет очень болеть голова. Поэтому эта рекомендация даже для коллег, может быть, кто-то будет смотреть, более 1,5 миллилитров не вводить. Есть такое мнение. А сейчас в Москву ты едешь... Нитевые методики изучать. А, это для чего? Повышать, да. Квалификации в этом. Это для лица, да? Да. Анне еще рано, но славянские женщины стареют усталым, деформационным, отечным типом старения, и поэтому для нас очень актуальны нитевые методики. А, поняла, как это работает. Не больно. Я больше ожидала, что будет больнее. Есть зона более болезненная, есть менее. А где? А, вот я знаю, где болезненная. Ощутила. Нет, болезненная вот здесь на висках. Ну, потому что там нежная кожа. Да. Кровяная роса есть, и она должна быть. Мы не должны находиться в поверхностном слое вот так. Это неправильно. Мы должны дойти до корня. Чтобы было менее болезненно, я немножко так защипываю кожу головы. А, нетерпимо? Да, терпимо. Ну, я думала, что будет больнее. Но я просто так реагирую всегда. Могу дать антистрессовые шарики. Ага! Ага! О-о-о-о. Видишь, эта зона у тебя реагирует больше. Да. Подходим к этой нашей зоне, я ее буду обрабатывать гуще. Да, на самом деле здесь более короткие волосы, это видно. Но вот они не растут. Вот они, видите? Основная часть вот волос, а вот этот кусочек у нас короткий.
Аня, ты жива? Да. Антистрессовые шарики нужны? Да. Сделаем перерыв. Скажем. Доминика. Доминика, кажется, не хочет делать. Что-что? Доминика не хочет делать перерыв. И маме не жалко просто. А, не, маме, да, маме, мама сама пусть решает, когда ей нужен перерыв. Да ладно уже. Я его не задержу, как он. Не-не, я там. На самом деле не так больно, как кажется, но вот эти вот шарики, которые сейчас даст Наташа, они очень прикольные, да? Потому что да, то есть ты как бы его сжимаешь, и когда тебе больно, так оп, и как бы прикольная штука. Держи, выбирай какие. Мне надо колючие. Колючие? Да. Есть такие, смотри, смайлики. Света, да. Они волосы густые. Да? Да. Ура! Волосы густые. Нормально. Когда можно оценивать результат? Через 2 месяца только мы можем заметить рост волос истинный. То есть, когда мы говорим об алопеции, то есть выпадении волос, да, то новые ростковые волосы мы можем увидеть нашим невооруженным глазом, то есть без дерматоскопа, спокойно, через 2 месяца. Через 3 месяца мы видим сантиметровый пушок. Через 4 – двухсантиметровый пушок. Поэтому, девочки, когда вы делаете процедуры по волосистой части головы, через неделю не оценивайте, пожалуйста, результат. Чуть-чуть осталось. Мучений все меньше и меньше. Ты это выдержала? Есть! Было быстрее, чем я думала. Оно быстро. Так. Да, вообще шикарный стресс. В принципе, массаж головы это очень полезен. Дочь, ты слышала? Да, слышала. Улучшается кровообращение. Давай делать друг другу. Да, вот так-то лучше. Кстати, я хотела спросить по поводу... как вот эта штука? Такой венчик. И да, да, венчик можно, есть. Можно. Не, у нас есть еще эта расческа, которая стеклянная. Да, Дарсенваль. Смотрите, Дарсенваль – это хорошая физиотерапевтическая процедура, улучшающая кровоснабжение волосистой части головы. Так. Да, она показана. Но есть один нюанс. Через день делайте, не более 10 минут. Угу. Это самое длительное. По нарастающей делайте, то есть... 2, 4, 6, 8, 10. Через день, да? Почему? Через день. Почему? Она подсушивает кожу головы. А как правильно делать? Вот есть эта расческа, да? То есть... И вы по волосистой части вот головы так, да? Расчесываете, да, аккуратненько. Ага. По треске. Но расческа должна дотрагиваться до кожи, да. Не волосы чешем, нет. Да. Мы стимулируем рост волос. Вся стимуляция волос идет в корне. Угу. Корень. Мы работаем с корнем. Все, что здесь... Работает мастер, парикмахер. Угу. Вот это все, это мастер-парикмахер. Все, что здесь, угу, это трихологи, дерматологи. Угу. Полезно делать массаж воротниковой зоны. Да? Да. Это приток крови. Да. Если лицо, так, то это шейная зона. Шея, декольте. Ну, это знаешь, правильно делать? Да. Если мы говорим о волосах, это воротниковая зона вот здесь. О, да. Поэтому. Я тоже хочу на твоем месте полежать. Соблазняем Доминику. Жива? Да, отлично. Это больно, это неприятно. Слепо, такая, отлично. Я бы не сказала, что это прям мега больно, скажу честно, да. То есть это терпимо. А губы колоть больнее гораздо. Вот, так что не бойтесь. Правда. Я думаю, что это у каждого, наверное, все-таки по-разному, но я не могу сказать, что мне было прям мега больно. Было просто неприятно, там момент, да, как бы укола, но это даже не укол в вену. Ну, то есть это гораздо проще. Все окей. Отлично. Чистая работа. Да.
Так что не бойтесь, обращайтесь к Натали. Я оставляю ее номер телефона внизу под видео и ее инстаграм. Хорошо. Все, всем пока-пока.